Подписчики моего канала, просто любители карты Норман Чиро Марчетти. Сегодня мы смотрим расклад, который можно выбрать для индивидуальной консультации. Расклад называется «Магическое колесо» и на те ситуации, которые происходят вокруг нас. Итак, вы вместе со своими переживаниями в данный момент. Так, вы скучаете о работе, я бы так сказала, да? И никому об этом особо не рассказываете, да, стараетесь не нагнетать обстановку. На самом деле вам совершенно не хочется сидеть дома, вам хочется выйти куда-то в люди, пообщаться, подышать, просто попить кофе на работе, да, то есть это для вас жизненная необходимость. Мост, который вы сейчас переходите, препятствия или проблемы, которые преодолеваются в настоящий момент. Привязанность к дому, к семье. Вот эти все проблемы, которые создаются, да, то есть есть препятствия, еще общение с друзьями. Ну и приходится, естественно, вить гнездо, находиться дома, печь пироги, готовить завтраки, обеды, ужин. Это как бы планомерно вас утомляет. Переживания, которые последуют, когда мост будет перейден. Все свое время нужно будет потратить на свой духовный мир. Смотрите. То есть заглянуть вглубь себя, понять, что вы в жизни хотите, научиться держать, я бы сказала, золотую середину в отношениях, да. Ну и, естественно, поковыряться в своей жизни, что самое главное для вас. И это будет решение вопроса. Сильные стороны изучаемого вопроса – это наведение мостов, связанных с вашим партнером, с вашим мужчиной. Да, и, естественно, переживания за его здоровье, общение. Ну и как бы, если вы находитесь на одной территории, то вам придется общаться достаточно много. Так, активные и открытые действующая сила, нарастающая тенденция, что ждет. В обществе будут какие-то смуты и сомнения, переживания. Очень много на эту тему будет переписок среди людей, то есть люди будут это обсуждать. Так, дары пожертвования. Смотрите, ну здесь такой момент, здесь ваш любимый мужчина может вам прислать денег, даже если он на расстоянии, понимая, что у вас какие-то финансовые проблемы, да. Но еще очень многие поймете, что вы безумно любите деньги и безумно любите свою работу и карьеру. Так, приверженность, посвящение, любовь. Так, ваша задача свой компас направить на то, что здесь, я бы сказала так, без высших сил не обошлось, и вы будете рассчитывать на удачу в жизни, да, то есть, ну, скажем так, повезло тем, кто живой, да, например, там, рассуждать так, например, или судьба все расставит на свои места. Ну, то есть, как бы от вас ничего не зависит. Так, вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.